Отключение горячей воды летом производится согласно плану подготовки жилищно-коммунального хозяйства Кузнецка к работе в зимний период. Протяженность тепловых сетей по городу составляет 91 километр, и значительная их часть нуждается в срочной замене. Выявить слабые места, где потенциально могут произойти прорывы в период максимальных зимних нагрузок, и предстоит в ходе очередного этапа подготовки трубопроводов к отопительному сезону. У нас на это время запланированы гидравлические испытания по всем сетям, которые идут от ТЭЦ-3, потому что на своих котельных мы уже гидравлические испытания сделали, и будем определять, какие будут дыры. Одна из дыр очень быстро обнаружилась на улице Дарвина. С ремонта теплотрассы в этом месте коммунальщики начали устранять слабые места в системе теплоснабжения Кузнецка. Свой комплекс работ предстоит выполнить в ближайшие дни и на основном источнике теплоснабжения города – ТЭЦ-3. Подача горячей воды должна возобновиться 14 июля.